Бедная душа! Ее убили, оплевали злые адвентисты, расстреляли фразами из Библии, улюлюкали со смехом и со свистом. Их душа сектантская рыдала, Лазарев свидетель звала, ересь адвентистского кагала распинала душеньку дотла. Заступитесь, люди, за сиротку, безответное, что осталось сделать? К жертвеннику прислонилась кротко, помертвела полотна белее. Ей ли, претерпевшие злые муки, защищаться строками Писания, от бездушных с дарвинской наукой, жирными в довольстве телесами? Сколько бы ее ни отрицали, она у каждого одна. Породнилась в Боге с небесами, грежа опустила ее до дна. Не до дна какого-то, но ада, до глубин гиенны преисподней, адвентисты море душу гладом выволокли нежную в исподнем. Бесконечность света или тьмы душеньки готовит Иегова. С верою апостолов Фомы быть свободно или же в оковах. На души летело ароматом, сытые при галстуках сектанты, мечут в душу главы, как гранаты, наседают со стихом, как в танке. Там в аду душа ослепнет с горя, вспомнит про пророка Самуила. В виде духа шел Христос по морю, в преисподнюю сходил, а не в могилу. 27 мая 2004 года.